За сценой Дворца фестивальной царила творческая атмосфера. До начала театрального представления оставались считанные минуты. Сегодня у нас литературный бал. Мы представляем сценки из различных произведений литературных. Что мне это дает? Пожалуй, я развиваю свои какие-то таланты. Мне это просто интересно. Для себя это очень полезно, как еще это могу сказать. Я играю маму в постановке Льва Толстого «Война и мир». Мне это дает, получается, профессионализм. Я научилась играть на сцене, мне это очень нравится, это очень познавательно и открывает новые знания. Вы Чехов? Да. Во второй роли я играю Меркуцио из «Ромео и Джульетты» и в «12 стульев» «Чтец». Что для вас театр вообще? Для меня... Мне просто интересно здесь, есть у меня свободное время, и я стараюсь играть здесь. Мне просто интересно, здесь есть много людей, с которыми тоже интересно разговаривать, знакомиться, общаться. В программе литературного калейдоскопа театральные постановки по известным экранизациям произведений русских и зарубежных классиков Толстого, Гоголя, Шекспира, Чехова и других. Представленная программа включала в себя отрывки из книг, объединенное в единое театральное действие. В общем, во всех отрывках были тема любви, юмор и, конечно, узнаваемый литературный герой. В течение нескольких лет в нашем Дворце культуры проходили кинофорумы, кинофестивали, поэтому мы решили продолжать эту традицию и проводить своими силами. Стоит отметить то, что театральная студия, которая работает под началом главного режиссера Дворца культуры Елены Алексеевны Чунихиной, дети занимаются от 12 до 20 лет. Детям нравится, они, готовясь к тому или иному мероприятию, которое посвящено любой тематике, но главное, что это все в театрализованной форме проводится, они читают много книг, они смотрят кинофильмы, по мотивам которых и делаются постановки. Я думаю, что это очень важно для нынешнего поколения, это очень приятно. Смысл, получается, этой театрализованной программы в чем, что берется тематика, и отбирается порядка 7-10 отрывков из различных произведений, либо кинофильмов. И по этим кускам, наиболее которые известны широкому кругу масс, ставятся небольшие отрывки. Сегодня вы об этом увидите и поймете, о чем идет речь. Интересно наблюдать было за сменой различных эпох, стилей, костюмов, национальных культур. Естественно, помогают и другие коллективы. В нашем дворце 10 коллективов, все они со званием «Народный», и хореографические коллективы, и вокальные коллективы всегда участвуют в театрализованных программах. Поэтому зрелище получается очень ярким, интересным. Вот так проводили во дворце фестивальный год литературы. Весело, с выдумкой. Здесь говорят «Здравствуй, год кино».